Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас сегодня с вами инди-хоррор под названием The Cabin, что в переводе означает «хижина». Суть игры такова, мы приехали из долгой поездки, ой-ой-ой, как быстро все. Мы приехали из долгой поездки домой приехали, в котором отмечали рождественское Рождество, вот, и... Здесь была наша семья, а сейчас ее нет больше. Все, она куда-то пропала, и мы должны ее найти, в принципе, как было бы логично. Игра сделана на Unity за 2 дня для Game Jam 2020. В принципе, ты ничего больше нового о ней не узнаешь, потому что я больше о ней ничего не знаю. Опа, ключик. Ну-ка, на F неудобно интерактировать. Я... Где еще говорят? Ты что делаешь-то, дурак, что ли, совсем, в конце-то концов? Я к музыке шел. Ты... Эй. Не понял. Не понял. А вот ключ-то висит. А, мне нужно найти 4 ключа. Ёжки зеленые. Ничего себе. Кровяка. Это кто-то кого-то здесь убил. А, мы видели какого-то щелкунчика, который на нас посмотрел и заорал. Но в нем ничего страшного, в принципе, не было. Просто максимум элемент неожиданности. Назад оборачиваться очень не хочется, я и боюсь в хоррорах оборачиваться назад, потому что там мало ли кто. И укусит за жопу, и все. Да хватит! Чё ты тут хочешь от меня, а? Где семья моя? Мне нужно... Ой. Чего? Ничего себе там. Семью ищу. В кровище все, мне кажется, я ее не найду больше. Чё такое? А, интеракт. Не интерактируется ни хрена. Должен быть здесь где-то ключик, потому что это что, третья комната, и здесь должен быть ключ. Логично, да? Где еще? Где он будет? Страшно было, я не обернулся. О! Я нажимаю просто на F, а он что-то делает. Магия. Компьютер. Компьютер, но с ним ничего сделать тоже не... Подожди, зачем я все это открываю? Я вообще не то хочу сделать. Я думал, лампочку какую-нибудь выключу или что-нибудь еще сделаю. А тут, оказывается, просто беру и что-то рядом интерактирую. Ладненько, пойдем. Я так понимаю, мы уже все сделали, и мы откроем сейчас ключиком эту дверь. Испугай меня, давай. Не испугали. Че, подожди, стоп. Зай, дверь была. Подарочки. Мяско. Мяско, это хорошо. А, там открытый этот. Есть. Блин, тут тоже ничего нет. Тоже мясо. 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 Подожди. А, мне нужно ножик взять. А если у меня есть ножик, то мне что, кого бояться-то? Здорово. Ты что, все что ли? Блин. Ну, конечно, за 2 дня сделанное. Так, ты... Suffered the same fate as the rest. The box once... Awaits you. Чего? Game over. А, то есть мне нужно было... Ёлки-палки. Это я и не прошел, получается. Game over. Ладненько, давай мы пройдем ее. Итеракт. Мы тебя теперь не боимся. Отстань, не ори. Ну. Все, пойдем. Я тебя уже больше не боюсь. Все, я хочу пройти игру. Меня больше не интересуют все твои эти приколы. А где он? А, вон он в углу, елки-палки, я его потерял. Он тогда заорал, я его не увидел. Так, ладненько. Давай. Давай посмотрим, что здесь нужно сделать. И что мне нужно сделать? Я открыл все коробки. Открыл эту коробку, эту открыл коробку, эту открыл коробку. А в этой коробке нет ничего. Здесь только мясо. Здесь только нож. Здесь только... Что здесь? Ножка, 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 ножка. В принципе, если я подхожу, беру ножик, то что? Ну что? Блин, ну-ка. Подожди, да. Еще разок, может быть. Я просто, может, что не понимаю. Может быть, не нужно будет брать ножик, или нужно взять ножик сразу, из самого начала, потому что, ну, блин, почему гейм-овер-то? Я хочу пройти игру, не хочу гейм-овер. Заколебал орать, отстань. Да, очень страшно. Все, я уже к тебе привык, и ты меня уже больше не пугаешь, потому что ты не страшный, ты смешной. Ты лишь меня можешь насмешить. Все.
Страшно очень, ты опоздал. Давай посмотрим что-нибудь здесь. Может быть, здесь есть какой-нибудь ножик еще, блин. Ну что-то, может быть, нас спасти, нет? Опа, шляпа упала на пол. А что там лежит? Одна, единственная, денёшенька такая. Грустная шапка. Может быть, здесь что-то еще можно найти? Может быть, вон в той комнате что-то можно найти? Почему нет? Фонарь куда-то в никуда светит, ладно. Подарочки, подарочки, все, все, все здесь стоит на месте и ничего не двигается, все. То есть у нас единственный выход это вот в эту комнату. Но я в нее не хочу входить, я ее хочу открыть и пойти. Нет, ничего не происходит, ладно. Нож, я вижу нож и... Все, закрылось, понятно. Сразу возьму нож. Да ну не знаю я, что-то suffered the same fate at the rest. The box waits for you, блядь. Чего? Я, короче, не понимаю, как ее пройти. На этом мы тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.